Сейчас кое-что посниму, что уже пора свело. Розы еще вон только начинают. Эти петушки цветут. Красиво так. Да, и вон петушочки. Да. Вот петушочки тоже. Тут пиончики, все такое. Юка скоро будет цвести. Вот большая юка. Вот, ну, она еще будет тоже цвести. Вот пиончики. Красивые. Еще не распустились. Лилейники мои. Так, это лилейники, да. Вот здесь пионы тоже еще не распустились. Будут распускаться. Папоротник пошел расти. Розочки понабрали цвет. Вот водосборчики растут. Так, вот пиончики мои. Да, красивые, красненькие. Розочка тоже набирает цвет. Значит, дождик пошел. Классно, так хорошо. И вот тоже туда рядочка. И розочки, и лилейнички, тут все есть. Вот водосборы тоже, лилейники еще не цветут. Вот желтая ромашка уже цвелась. Клубничка вот пошла. Вот уже позавязалась клубничка. Скоро будет клубничка, вот, пожалуйста. Да, это одна рядочка у меня. А это малинник. Вот малина, вот черная малина уже какая большая. Да. Вдали он желтая. Это малинник. А это вот ирга. Да, уже ягодки есть. Уже вот они ягодки по всей веточке. Это ирга. А это вот эти вот красные, крупные, что мы на море их семена собирали. Уже не у меня растут. Это эшольцы. Сейчас солнца нет, она закрылась. Если бы солнце было, она была под крышей. Голубичка наша. Наша голубичка. Вот она у нас как посажена. И вот уже на ранней уже ягодки вот есть. Вот ягодки есть на раннем кусту. Вот, пожалуйста, да. Вот на раннем кусту. И вот ягодки уже есть. Вот. Это горький перчик, колокольчик который. А вот эта роза, которую я посадила от чубуков. Это Вовчик мне дарил на день рождения в прошлом году. И вот она приняла. Сейчас еще там покажу. Это вот малинка, кустики отдельные у меня я посадила. А это вот клематис цветет один. Так, вот он клематис один. А вот он второй клематис. Вот он второй клематис. Это два ранних у меня клематиса, да. Так, а это водичка. Это пошла уже ежевика. Вот она уже какая большая уже. Да, большая ежевика. Вот. Это вот виноградик уже. Какой он, кисточки уже висят. Виноградик что-то не... А где они? А вот они. Сейчас покажу. А вот кисточки уже висят. Да, виноград будет в этом году. Дай Бог, чтобы все нормально. Это слива, колеровка висит. Он, я на нее юбку одела, чтобы муравьи не лазили. Она в этом году у меня хорошая. А это уже ежевика. Вот ягоды. Ранняя какая-то. Она первый год будет. Я в прошлом году ее только посадила. Вот она. Вот грушка. Вон уже грушки висят. Это талгарская красавица. А он черешни. Тоже уже висят черешни. Ну, еще не спеют ничего. А это вот жимолость. Вот она, жимолость уже начинает вон спеть. Вон ее уже сколько начинает спеть, да. Это голубика. Маленькие еще кустики. Они в этом году не плодоносят. А вот этот уже плодоносит. Вот он тоже уже плодоносит. Кабачки уже повзошли. Да. Вот подошли кабачки. Где взошел? А еще нет. Вот красная смородинка висит. Хорошая уже. Это крыжовник вот. Я его побрызгала от мучистой росы. Вроде ничего живой. А это сейчас общий план сниму. Так, покажу. Да, это вот клематис новый у нас.
А вот это вот банан канадский. Вот, он только начал расти в этом году. Уже третий год он сидел. Сейчас пошел расти уже. Вот общий план моей дачи. Вот, пожалуйста. Вот абрикосы уже висят. Да, да. Вот. Вот еще немножко клубнички. Вот она. Вот, так что. А вот тоже жимолость еще у меня. Сколько кустов. Вот он, жимолость. Тоже уже ягодки висят. Вон, пожалуйста. А уже сыпятся. Надо их, наверное, уже собирать. Надо бочку говорить, пусть собирать. Вот мой малинник. Это яблони. Вот так вот она. Там он калина вдали. Вот это вот так вот. Все. Вот это закончилась наша экскурсия по моей даче. Это роза, которая щебука выращена. Вот она уже цвести будет.